вообще любви. Блин, надо накраситься. В общем, вот наша ванна. Это реальная прозрачная ванна, как бы. Приветики. Ну и, конечно, хочу показать вид из окна. Мне очень понравился Густав Клим, он какой-то очень модный. Наконец-то вы увидели и поцелуи, и еще много чего. В общем, Бельведер верхний, всем советую. Вот. А еще моя зеленая кофта совершеннейшая, не в тему. Одевайте Total Black Look, как Рома. Ром, да я не сняла тебя с этой штукой, я ничего не могу нормально сделать. А? Сосисочку будешь? Конечно, удивительно, насколько меняется восприятие всего спустя время. Я когда-то думала, что вот Амстердам, мой город, сейчас я туда приеду. Или там Вена, фу, такая пенсионерская. Сейчас мне гораздо ближе Вена, чем Амстердам. По какому-то своему вайбу. Мне кажется, мне тут было комфортнее, уютней, чем в Амстердаме. В том числе с учетом того, что у нас уже есть дети, и где бы тут с ними гулять, куда ходить. Мне кажется, тут гораздо это приятней и больше мест, чем в Амстердаме. Я, конечно, с трудом могу себе представить, как я иду с детьми, с двумя маленькими, а тут как бы стоит дамочка полуголая. Ну, такое. Блин, такая красивая Вена вечерняя, да? Мы встали в 4 утра, чтобы поехать в Альпы. Сейчас мы сидим в поезде Москва. Лена, Цюрих. И выходим на остановке Инсбрук. В 9:44 мы будем там. Это что, правда, снег? Я не видела снег уже 2 года. Вау, 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 вау. Сейчас еще 18 минут. Родина, вот. Ну, это правда супер впечатляет. А ты?
Я так высоко не была. На самом деле, стоило ли нам ехать в Альпы? Толком мы и Вену не особо-то посмотрели в итоге, и Альпы не особо посмотрели, да еще и я простыла по ходу. Ну, конечно, было круто все это посмотреть, потому что я никогда не была в Альпах, и снега не видела 2 года, и на поездах уже 100 лет не ездила. Но вы в следующий раз подумайте, когда поедете на 2 дня в Вену, стоит ли тратить 8 часов на дорогу и 300 евро на билет. Ну все, мы пошли на наш крайний завтрак в Вене и в музей истории искусств. Надеюсь, мы успеем забежать на выставку Уэса Андерсона. И все, и как бы домой. Насмотревшись этой красоты, хочется приехать домой, выкинуть всю свою посуду, всю свою одежду и вообще все по-другому сделать. В общем, все, мы сидим в аэропорту, ждем нашей посадки. Поймала себя на мысли, что я влюбляюсь в каждый город, в который мы прилетаем, и прямо на следующий день готова туда переехать, остаться там жить, воспитывать там своих детей, найти срочно работу, выучить язык, и вот это вот все. Мне очень понравилось в Вене, мне очень понравилось в Австрии. Все очень классно, все очень качественно, все очень вкусно, все очень точно, все красиво. Не знаю, прям так вот все как надо. И все в кайф. They're riding my brain, love, these hoes are sad.